Слава Богу, что она сегодня состоится. Я хотел бы отметить, работает перевод? Идет перевод, нет? Сейчас одну секунду. Перевод идет? Птичка. Кнопочка. Да, работает перевод? Все нормально? Все еще. Отлично, хорошо. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, приветствую вас в России, в Сочи. Мы договаривались об этой встрече давно, но после выборов в Турции это наша первая личная встреча, и я уже имел удовольствие поздравить вас с результатами. Хочу эту приличную встречу сказать еще раз, хотя уже прошло несколько месяцев. Набранный при вашем непосредственном участии темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется. Хочу обратить внимание на то, что в прошлом году наш товарооборот увеличился на 80 с лишним процентов, на 86, по-моему. В первом полугодии этого года позитивный тренд сохраняется. Он не такой мощный, как был в прошлом году, но все-таки позитивный. Причем отношения диверсифицируются. Это не только традиционные отрасли нашего взаимодействия, в том числе сельское хозяйство, энергетика, но развиваются и другие направления, что меня очень радует. Мы продвинулись, и я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. И мне кажется, это пойдет на пользу. В области сельского хозяйства, я уже говорил, мы расширили возможности поставок госпродукции турецких производителей на российский рынок. И здесь хороший очень объем и растет. В области металлургической промышленности развиваются отношения и имеют очень хорошую перспективу при этом. Мы в области энергетики, как я сказал, двигаемся очень уверенно. Достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон. И я надеюсь, что так оно и будет в ближайшее время. Мы будем свидетелями этого. Продолжается строительство атомной электростанции «Акую». Теперь Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств. После поставки первой партии российского атомного топлива на Акую в следующем году